Дмитрий Сергеевич, председатель СНТ «Бумажный ЗИС-2». Примерно в 11:20 мне позвонил сторож, сообщил, что сломали шлагбаум на массиве на въезде. По приезду туда, посмотрев видеозапись, я увидел машину «Лада Калина» красного цвета 554, 40-й регион. При выяснении обстоятельств, пока я находился там, данная машина проследовала мимо правления. На знаке «Остановиться» никак не отреагировала. Я сел в свой автомобиль и поехал за ним. Догоняя его, я увидел, что он съехал в кувейт и въехал в дерево. После этого сообщил сотрудникам доблестной полиции. Они приехали, и вот результат. Нет, смотрите, вы могли совершить наезд на пешеходов. Сами пострадали, наверное. Да, насрать на себя. Почему такое? На пешеходов я не кидаю. Нет, вы контролировали свои действия? Да. А почему совершили дорожно-транспортное происшествие? Я сам себя убил, и все. Я же никого не задел. Нет, вы сейчас находитесь с патрульным автомобилем. Дальше что? А что произошло с вашим автомобилем? Куда вы уезжали? Куда направлялись? Откуда ехали? Убийца хотел насмерть, и все. Все? Ага, а что вы употребляли сегодня? В каком количестве? 2 водки, 10 анаши, 4 кубика внутривенно, и потом с Афганистаном, там сейчас стычки, и там еще поощрялись афганочки. Нормально? Устроят? Понятно. Дуй, сильнее. Молодец. Все. В течение субботы и воскресенья на территории Удмуртской Республики сотрудниками госавтоинспекции были задержаны 68 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, только в первой половине дня понедельника в городе Ижевске произошли 2 ДТП с участием нетрезвых водителей. Водитель автомобиля «Лада», не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие дерева. Поэтому необходимо напомнить, что доза алкоголя, количество принятого никак не влияет на санкции статьи, а административному наказанию подлежит и управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и передача управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. В обоих случаях сумма штрафа будет составлять 30 000 рублей, а срок лишения будет исчисляться от 1,5 до 2 лет.